Почему я так хорошо улыбаюсь? Ну, потому что, извините, я тоже иногда косячу. Сегодня такой косяк и был. Почему я еще лучше улыбаюсь? Потому что, извините, на улице уже 7-й час времени, а я приехал сюда. Я приехал на пересечение проспекта Ленина и улицы Советской Армии. Прямо вот внизу вот это все дело, вы здесь не проедете, вы понимаете, что за моей спиной. За моей спиной тот самый замечательный бокс, в котором вы себе, это не просто бокс, это глобальное пространство, в котором вы себе можете машину поставить на газ. Представляете, да, Магнитогорск — газовый город, и газовики должны у нас рулить, потому что магнитка становится чуть-чуть раньше всех. То есть мы можем 100% говорить, я об этом говорю прямо точно. То бишь, если брать из всей территории России, то Магнитогорск, он круче всех, потому что здесь все ездят на газу и в действительности экономят. А сколько? Ну, я бы сказал, да, до 50%, а у меня даже еще и больше, потому что у меня движки-то серьезные все, 3-литровые, да? Эх, они как бензинчик-то кушают. А сейчас не кушают, потому что я езжу на газу. Газовиков в городе много, а кто круче, то... И теперь я знаю, кто ставит лучшее в городе газовое оборудование. А где ставит? А вот здесь, на проспекте Ленина, 95Б. Город раздели на две части, и как раз в середине этот комплекс. А теперь я вам расскажу. Да, было несколько контор, да, отвалились многие, не поняв, как работать с телевидением. Да, телевидение смотрит и показывает результат, и только. Кто-то не хочет, но факт есть, здесь ставят газ круче, чем где-либо. Ребята работают правильно. Вы смотрите погоду. Более 1000 машин прошло, и нет замечаний. Потому что подход очевиден, и вы помните гарантию. Больше, чем у них, ни у кого нет. Вот и я скоро на свои 12 горшков поставлю газ и буду путешествовать. Потому что правило следующее. По месяцу я скушаю 200 рублей по бензину. Буду есть 5000 по газу. Налог окупается за 5 месяцев. Далее ляпота. А что вы думали? Народ, правда, очкует, покупает себе только пикапы. Да не очкуйте. Мерсы и бумеры, и все на газ. Бентли тоже. Мазерати, Астон Мартин и Феррари, и Ламборджини на газ. Но это я так шучу, естественно. Ну да ладно, шутка шуткой. А теперь все нормальные люди ставят газ. И экономят, но получают в разы больше. А если вы что-то не понимаете, то попробуйте смотаться на юг на бензинчике и поймете сразу. А нет, так я вам расскажу. Выгода в 132 тысячи рублей каждый год для меня более чем очевидна. А место вы сами знаете. Проспект Ленина, 95Б. Мимо этого места вы 100% не проедете. Это проспект Ленина, пересечение Советской Армии. Либо едете в сторону вокзала, либо в сторону южных кварталов. Мимо него не проедете, потому что здесь центр. Центр располагается рядышком на пересечении с улицей Советской Армии. Мимо него не проехать. Ставим здесь газ и в результате круто экономим. К слову о крутизне. То есть пока ваша машина ставит, ставите вы на нее газ, вы еще можете посмотреть, в случае чего отремонтировать, если что-то получилось.